Всем привет! Сегодня я буду распаковывать Клео Данил. Вчера мы с вами распаковывали Лагуну Блю. Где мои монстрашки? Где они? Где они? Куда они подевались? Ксюша, ты знаешь, где ее куклы? Нет. А давай, наверное, какое-то волшебное заклинание скажем. Ты какое знаешь? Могу копейку туда положить. А если туда положишь копейку, то она появится? Да. А давай, знаешь что, фокус. И что, Ксюша, ты будешь ставить копеечку, чтобы вернулась коробка? И положила туда руку, как коробка появится. Ну давай ждем, может она сейчас появится. Давай сюда поставим. И будем ждать коробку. Давай. Ксюша, давай помоги. Фокус. Ух ты, коробка вернулась. Ксюша, спасибо. Пока. Ну что, давайте приступать. Давай. Вот такая вот она красивая. У нее волосы шикарные, черно-красные такие. С блестками. С блестками. Макияж у нее такой яркий, еще вот тут вот такой. Кожа бронзовая. Голубые глаза такие красиво накрашенные. Клео Данил, это, по-моему, дочь императорской древнеегипетской четы, да? Да. Отец ее ласково называл сокровище Нила. А Нил – это самая длинная река. Хочу мастерочку. У нее вот такое вот красивое просто платьечко. А руки тоже ходят, да? Да. И лабутены классные. Ну что, друзья, если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и ждите новых фокусов. Новых фокусов и новой магии. А сегодня всем пока. Пока. Пока-пока.